В процессе создания трехмерной модели часто приходится сглаживать образовавшиеся при деформации объекта острые углы. Используя модификатор Relax (ослабление), можно исправить этот недостаток, указав в настройках Relax Value степень ослабления. Вот здесь. И параметры iterations, количество итераций. В настройках этого модификатора также имеется параметр save outer corners, то есть сохранить внешние углы, который закрепляет позицию всех вершин нашего объекта. Если мы ставим галочку здесь и начинаем, забыл iterations выставить, ставлю iterations хотя бы на единичку, наш объект начинает меняться, но абсолютно все именно вершины остаются на своем месте.